Даю контрольный отчет времени. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Судьи приучастник к вывеске спортсмена. Спортсменам зайти на помосты. Даю контрольный отчет времени. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Итак, внимание, уважаемые болельщики. Перед вами на помостах выступает элита гиревого спорта, ветераны. Люди, которые посвятили всю жизнь этому виду спорта. На первом помосте мастер спорта СССР Волков Петр выступает с гирей 16 килограммов. На втором помосте мастер спорта СССР Левада Николай Викторович. Вес гирь 24 килограмма. Неоднократный победитель и призер соревнований. Кандидат мастера спорта Якимов Юрий. На четвертом помосте, в гире 16 килограммов, выступает тренер города Шахты по тяжелой атлетике. Кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике. Косов Виктор Иванович. На пятом помосте выступает мастер спорта по тяжелой атлетике, ветеран Геннадий Петрович Малахов. На шестом помосте выступает мастер спорта СССР Ковач Александр. Волков Петр посвятил 50 лет гиревому спорту. Является неоднократным победителем различных соревнований СССР, России. Левада Николай Викторович. Победитель первенства России среди ветеранов 2016 года.
неоднократный победитель областных и межрегиональных турниров. Вступает за команду Азовского района. Также является тренером, подготовившим 5 мастеров спорта России. Якимов Юрий. Команда города Ростова. Неоднократный победитель всероссийских соревнований среди ветеранов. Косов Виктор Иванович. Спортсмен города Шахты. Тренер по тяжелой атлетике, подготовивший не одну плеяду спортсменов. Я напоминаю, что сын Виктора Ивановича Косов Алексей является серебряным призером юношеских Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Малахов Геннадий Петрович, всем известный телеведущий, писатель, который написал не один десяток книг о народной медицине. Также является мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. Сейчас выступает по игровому спорту среди ветеранов. Ковач Александр, который посвятил себя также поднятию тяжести. Он и сейчас показывает очень неплохой результат. Также является мастером спорта СССР. Уважаемые болельщики, ну просто стоит посмотреть и похлопать этим людям. Похлопайте, встаньте, посмотрите на них. Люди, которые перешагнули за барьер 60 лет. А между тем наши ветераны не собираются сдаваться, преодолели барьер в 5 минут. А между тем 6,5 минут прошло, а многие еще даже не поменяли руку. Thank you.
Закончил свое выступление с результатом 108 подъемов. Спортсмен команды Азовского района Николай Левада, первое место. Косов Виктор. И победителем в этой весовой категории становится Якимов Юрий. На второе. В возрастной группе свыше 60 лет, весовой категории свыше 85 килограммов. Третье место. Геннадий Малахов. Второе место. Волков Петр. И победителем становится Ковач Александр. Дайте все мне.
встаньте все вместе. Я далеко что-то такого. Не ошибаюсь. Я там полез. Спасибо. Значит, значит, да, за рубль. Я тебе скажу, давай. Уходная барка. Да, да. Второе место. Старший сержант Костеренко Дмитрий. Команда города Шахты. И победителем становится спортсмен команды Донгал Горлов Николай. Первое место. Весовая категория 85 килограммов. С результатом наиболее 156,5 очков. Третье место. Жуков Дмитрий. Второе место в этой весовой категории. Денисов Антон. И победителем становится Волков Данил. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!